Сегодня глава Чувашии встретился с генеральным консулом Турции в Казани Исметом Ириканом. Он недавно вступил в свою должность и впервые приехал в наш регион. Турция и Чувашия – давние партнеры, и сегодня стороны обсуждали вопросы сотрудничества и укрепления российско-турецких отношений. Михаил Игнатьев отметил, что в последние годы товарооборот между Чувашией и Турцией увеличился. Экспорт за текущий период 2019-го составил более 2 миллионов долларов, импорт – более 3. Чувашия поставляет в Турцию химическую и электротехническую продукцию. С этого года начали отправлять и кухонное оборудование. К нам оттуда привозят фрукты, овощи, восточные сладости, одежду и ювелирные изделия. Обе стороны готовы к расширению сотрудничества. Мы готовы создать еще такую благоприятную среду, чтобы бизнес-миссия предпринимателей была на территории республики, покажем предприятия, производство. Есть территория опережающего социально-экономического развития, где льготные условия налогообложения, которые стимулируют реализацию любого производства. Стороны определились, что в ближайшее время в Москве и в Турции проведут бизнес-презентацию нашей республики, чтобы чувашские и турецкие предприниматели могли расширить торгово-экономические контакты, найти новых партнеров и клиентов.